временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон считает, что он останется лучшим даже после титульного боя между Хабибом Нурмагомедовым и Эллом Евинтой. Из всего хаоса, который происходил на этой неделе, понятно одно: в легком весе есть только один чемпион. Подерусь с победителем претендентского боя, респект Эллу за то, что согласился на бой, и респект Тирамису, что уложился в вес, написал Фергюсон в Инстаграме. Тирамису – прозвище, которым Фергюсон наградил Хабиба. Кажется, оно нравится только ему. Титульный бой Нурмагомедов – Еквинта пройдет в ночь с 7 на 8 апреля, начало в 6 часов МСК, будь в контакте со спортом.